Сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и наоборот, ошибок трудных, а не просвещение. В общем, учение свет, а не учение, чуть свет и попался. К чему-то я, здрасте, иду как-то по барахолке, воскресный, по-моему, ну какой-то выходной день, стоят три шарпа. Меня спрашивают: ну-ка, знаток, скажи, что есть что. Смотрю, вроде бы, как говорится, двое умных, а третий так вот погулять вышел. Говорю, ну вот этот китаец, ну, в частности, вот этот вот китаец, а два остальных японца. Не, неправильно. Один японец, второй китаец, но собранный на правильном заводе из деталей шарпа, а третий действительно без роду, без племени. Ну, хозяин этого шарпа, который он продавал, ну, я не знаю, вообще-то говоря, назвать это шарпом не совсем правильно. Это, скажем так, мимикрия, подделка, не знаю, шарп эрзац или суррогатный шарп, или, короче говоря, фейк, шарп фейк. Он мне говорит: почини там проблема с тюнером, веревка спала с него, нить верньера, потом один канал не работает, ну вот возьми его там, посмотришь, думаю, ну что, починю и вам заодно расскажу, еще он сделан, и что вообще из собой представляет. Дело в том, что 800-й шарп наряду с 939-м и, по-моему, еще Toshiba 90, это было благотворное поле для подделок разного рода и копий. Причем 800-й шарп делали и более-менее известные фирмы, типа Юхер, или же какие-то нонеймы, типа Лонгтай. А некоторые были вообще без роду, без племени, даже никак не обозначались. Вот в частности, сзади этого псевдо-шарпа висела табличка какая-то черная на самоклейке. Но она была такого нижайшего качества, что я не знаю, но мне кажется, что китайцы даже такого не делали. Может быть, там где-нибудь в 50-х годах, ну, по моему совету, я говорю, ну, не дискредитируя этот механизм, сорви ее нафиг, лучше никакой. То есть нигде тут больше, кроме вот этого названия шарп, ничего больше не употребляется, не упоминается, что это за зверь такой. Ну, взял его, короче говоря, тюнер, там ролик обломался, на который натягивалась нить, ну, я его восстановил. Что касается одного канала, который пропадал на правой деке при воспроизведении, он мог включиться, мог не включиться, я тоже его сделал и уже думаю, вот как я быстро расправился, смотрю, что звук исчез, да что за ерунда. В общем, начал шевелить, выяснил, что колодка там, которая идет на светоиндикаторы, она как-то то ли неправильно сидит, короче, я ее шатаешь, звук появляется и исчезает. Ну, более-менее я как-то ее приладил, и думаю, даже попробую, аппарат в открытом состоянии. Подключаю одну колонку, он играет, подключаю вторую колонку, пытаюсь подключить. И вот шнур, мини-джек, падает на плату, и падает настолько неудачно, что он что-то там коротит, и канал тут же вырубается. Радиатор, а тут радиаторы довольно мощные, мгновенно, ну я не скажу, что раскалился, но стал очень-очень-очень горячим. Я выругал, расстроился, естественно, думаю, вот на ровном месте обрел себе головняк. Думаю, может быть, не до конца микросхема умерла. Думаю, да я проверю режимы, посмотрю вольтажи, на каких ножках, какие, тем более вот у меня есть живая микросхемка, есть дохленькая микросхема. А микросхема тут стоит, башка 54.06, я уже выучил. Короче говоря, ну вот если не пошло, то не пошло. У меня слетает щуп и закорачивает первую и вторую ножку. Первая ножка — это питание, туда валит 18 вольт, а вторая ножка — это выход на динамики. И вторая микросхема начинает рычать, как вот как тигр. Помните, в мультфильме? У меня кран рычит, как тигр. В фильме. Про фоне, да. Я в шоке. Вот просто, знаете, как в том анекдоте про следственный эксперимент с милиционерами, во время которого вторая десятка милиционеров утонула на лодке. В расстройстве начинаю смотреть, думаю, может быть, какую-то там микросхему другую поставить, типа ТДА, там, 2003 или, я не знаю, 1557.
мощная микросхема TDA-шка, она практически не нуждается в обвязке вместо вот этих вот двух башек. А потом думаю, даже посмотрю, что у нас на рынке творится. Смотрю, вроде бы где-то они, эти микросхемы, продаются. Забиваю там купить микросхему в Харькове, бах, выдает мне магазин, который от меня находится буквально там в 5 километрах. Звоню, есть, есть. Сколько надо? Я говорю, дайте 2. Знаете, как в анекдоте про обрезание. Она всего 3. Я говорю, я 3 заберу. Цена была просто копеечная. Ну, по нынешним деньгам. Порядка доллара. Грех не взять и третью. Еду, короче говоря, забираю у них, там попутно дихлоретан купил, который оказался дешевле, чем на базаре. А что хочу сказать перед этим? Я вам внутренность его покажу, этого псевдошарпа. Но вторую микросхему уже паяли. И там были какие-то такие тоненькие-тоненькие проводочки, сопли. Причем они так были длинные, что чуть-чуть тронь, и они коснутся. В общем, как бы дорожки отлетают. Ну, мне пришлось повозиться, и я со страхом, когда подпаял, все перепроверил, включаю, фу, все работает, слава тебе, Господи. Короче говоря, ну вот микросхема BA5406, она, в принципе, неплохая, она дает 2 по 4,5 ватта, но тут стоит мостовая схема, ну где-то ватт, наверное, по 8 она выдает, вот это, то есть две микросхемы, 2 по 8 ватт. Ну что я могу сказать, я взял и сравнил с вот этим Шарпа, настоящим, который настоящий, это мой. Ну, жалкое подобие, просто жалкое подобие. Хотя все детали, в принципе, внутри неплохие, но все шло по принципу прощения, на грош пятаков. Дешевле, соответственно, чтобы все это продавалось китайским трудящимся. Ну, давайте я включу этот аппарат. Послушайте, как он играет. Тон продукції до столиці ж має прибути за 3-4 дні. Тому не єдині з'являться на полицях одні. Залежності посилять охорону кордонів. В Україні набув чинності закон про перерозподіл коштів в дотері. Попали на новості, музики нету. Честно говоря, мне не нравится. Он как-то грязновато играет. Тут тюнер. Кассетная дека, в принципе, так, у меня кассета здесь стоит, по-моему, да. Подмотка тут есть. Есть даже система поиска, причем она работает, на удивление. Ну, я не буду искать. Что меня удивило, здесь стоят две кнопки на таймер включения и выключения, но часов-то нету таймера. Примастырили какую-то табличку с графиком. А у меня есть сильные подозрения, что вот у меня, например, есть морда от Шарпа 800. Что вот такая табличка сюда замечательно станет. Да и вот эту можно переклеить, убрать пару кнопок отсюда. Они ничего, это просто пустышки. Все остальные кнопки более-менее работают. На удивление, эквалайзер. Ну вот, очень даже легко он может превратиться в более похожий на Шарпа аппарат. Потому что сейчас это, конечно, такая страшная штука. Планка верхняя у него побита. Ну, тут я уже говорил, что у нас умельцы наладили производство всяких накладок, хотя, ну, я не знаю, ну, как вот можно написать detachable two-way speaker system. Вот way speaker написано без пробела, и вместо буквы K буква C, speaker,
спісер. Ну, китайцы даже такое не делают. А, ну вот для сравнения давайте я включу. Моща, моща, моща. Это бледная пародия. Ну, я-то не сильно критикую. Я так понимаю, на те голодные годы, наверное, может быть, многие и такое не могли позволить себе купить, поэтому были рады. Тут шар почти 800-й. Визуально он практически не отличается. Колонки вот у него так смотрятся также. Я откручивал колонки, ну там стоит какой-то динамик, типа такого, без роду, без племени, на котором написано 8 Ом, и все, больше ничего. И высокочастотник, бумажный, правда, ну такосенький, ну визуально сделано похоже. Но тем не менее, я думаю, что вот это все-таки настоящая вещь, ну по потребительским качествам, то есть он намного лучше играет. Думаю, имеет смысл показать, из чего он там состоит. Сейчас я его разберу. Обычный шарп 800, он разбирается, открутил 7 винтов, и передняя панель снимается. Ну, так львиная доля магнитофонов делается. Ну, у меня протяжки-то не прикручены, одну я вообще даже кому-то отдал. Вот протяжечка настоящего 800. Здесь, в этом аппарате, стоит совершенно другая протяжка. Китайцы сами не придумали, она тоже типовая, такая же протяжка шла на QT90, 88-89, National 66, ну короче, это на многие аппараты шла. Ну вот здесь, обратите внимание, тут кучу винтов приходится откручивать, и снимается он таким вот способом, то есть протяжки и плата прикреплены к морде. Это не очень удобно. Я сейчас, конечно, отключу, чтобы нам было удобно. Вот я соединил все. Протяжки, я уже говорил, что типовые. Стоят двигатели Мабучи здесь, 2000-4000 оборотов. Ну, двухскоростные, то есть он способен переписывать на ускоренном режиме. Два больших радиатора. В принципе, вот радиаторы, конечно, хорошие. Ну, вот каждая микросхема с радиатором. Что мне тут не понравилось? Не очень удобно, конечно, добираться до всего. Чтобы снять плату, она тут на защелочках, надо оттянуть, и так раз, и тогда она вот выходит здесь. Тюнер. Ну, я не знаю, насколько они срисовывали шарповского тюнера. Может быть, он и похож на шарповский тюнер. Я так примерно прикидывал. Ну, более-менее детали, по-моему, такие точно. Потому что Toshiba 7343, AN-ка 7224. Наверное, просто слезали один в один тюнер. Ну, так, может быть, чуть-чуть культура производства похуже. В принципе, тюнер бы поднастроить, и он, мне кажется, будет работать нормально. Короче говоря, резюме такое. Трансформатор, в принципе, не такой уже и маленький, довольно мощный для того, чтобы раскачать эти 5406. На каждый, скажем так, мягко, не очень хороший товар есть свой покупатель. Соответственно, слезав максимальную форму, ну, содержание сделали такое, какое получилось. То есть и слепили из того, что было. Ну, может быть, это не самые плохие компоненты. Мне кажется, они бы просто сделали бы магнитофон, и не обязательно его надо было мимикрировать под шарп. Ну, наверное, маркетинговый ход такой лучше бы продавался он, когда выглядел под настоящий шарп. Очень многие клоны, они с оригинальным 800 не имеют практически ничего общего. Я думаю, что, вот, скажем, этот тюнер вполне возможно можно 800 каким-то образом вставить, потому что вот тюнер 800-го, ну, практически похожи, да? Вот они.
Это, правда, от Polar я вставил сюда, неважно. Ну, так практически похоже. То есть можно с небольшой доработочкой, там, делать, потому что разъемы немножко другие, вполне использовать его. Ну, а механические детали не факт, что у вас подойдут. Поэтому имейте, как говорится, это в виду. Вот что я хотел рассказать о псевдошарпе этом, о подделке этого, подделке под шарп. Спасибо за внимание. Ну, будьте бдительны. Вполне возможно, покупая у каких-то боковых людей или там в интернете, вам может приехать не совсем шарп. Как-то играть он будет, но мне кажется, что лучше все-таки... Разница между настоящим и, скажем, таким вот китайским псевдошарпом довольно...